Тепер уже Volkswagen, Mazda. Они ж не носят при себе, так и не поднимают, а дыть цель меня. Ого, вот это круто. Я тоже дома положу и ляжу. Чёрты, он тут работу на трапезе, еще мобильник. Сейчас будет ворот налево. Да, там будет написано «Швилы». Да, за остановкой. Там, вот, там будет видно, Швилы. Указатель стоит. Вон он стоит синий. Нам на «Швилы»? Да. Вот там дорога уже не такая. Мая? И далеко сколько км? 70. 70 теперь ехать? Ну что, терпимая, а потом плохая. Ну что, проедем, потом километры будет плохая. Гравейка да, там. Да. Ну так помалу будем терапать. Какая машина, сдрыва. Собака? Да, солнце снова занимается. Ну что, плохая дорога. Гравей. Думала, леса. Тут калип. Корница. А за корницей уже наша? Ну там шутила вчера. Ну я знаю, что там две раза. Но корница за корницей. Угу. Вот буду сарык прыгать. Только дороги еще не так. Ну тут мимо асфальта. Вот друг полетел. Заброшка. Пару раз ходила в детстве. Mm-hmm. Уже такие растропаны. Алкашни что развернули? Что там? О, у что на песок сидит? На песок сидит. Черно. Песок вырос. Это у нее чайки взялись. Восход. Восход. Перейду цену вроде бы. Что, бою шнуть? Да? Принимаю. Принимаю восход. Бою шнуть. И тут цена еще стоит. Ну только знак остался, так уж снимаю. Лучше бы назвали иду цену.